Добра вам, огромной энергии, удачи, упорства в достижении целей, достойных соперников и заслуженных побед. Внимание! Марш! 26 апреля на стадионе «Красное знамя» в Раменском состоялось открытие 14-й юношеской летней спартакиады инвалидов Московской области. Саша, ко мне бежи! В спартакиаде принимают участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья в двух возрастных категориях – 10-13 и 14-17 лет. Участники от 10 до 17 лет, то есть и те, кто только-только начинает заниматься спортом, и те, кто уже неоднократно принимал участие в наших соревнованиях, профессионально занимаются и даже принимают участие во всероссийских соревнованиях. Поэтому, конечно, на открытии мы сегодня здесь с представителями всех федераций адаптивно пожелали ребятам прежде всего успехов и очень надеемся на победы. Спартакиада длится 2 дня. В спорткомплексе «Борисоглебский» пройдут соревнования по бадминтону, настольному теннису, голболу и дартсу. На стадионе «Красное знамя» – состязания по легкой атлетике, а в бассейне «Сатурн» – соревнования по плаванию. В соревнованиях, а их у нас пройдет много достаточно, сегодня проводится легкая атлетика, после обеда настольный теннис, бадминтон и голбол, и завтра плавание, принимают участие дети самых разных заболеваний. Вот по 4 видам спорта с поражением опорно-двигательного аппарата, дети с нарушением слуха, зрения и интеллекта. Сегодня приехали участники из 15 муниципальных образований, 19 команд, чуть больше 190 человек. Сергей Берков, Елизавета Скрябина, Раменское телевидение.